Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Алексей, и сегодня к нам на анбокс попала камера 360 Fly 4K. Младший брат этой камеры у нас уже был на анбоксе, вот он, мы его обозревали, смотрели, что идет в комплекте, и сегодня старший братец попал к нам на обзор, посмотрим, что идет в комплекте 4K, соответственно, подразумевает то, что камера снимает в формате 4K. По стеклу мы видим вот такую вот камеру, она внешне ничем не отличается от своего младшего брата, но мы посмотрим, что у нас идет в комплекте. Камеру мы пока откладываем в сторону, посмотрим на нее внешне потом, когда посмотрим, что у нас идет в комплекте. Итак, снимаем зеленую верхнюю крышку, она у нас откручивается против часовой стрелки, достаточно туго, но я думаю, те, кто купит, справятся с этой легкой задачей. Снизу у нас идет вот такая металлическая пластина с болтом, с помощью которой мы камеру к платформе прикручиваем намертво. Далее в коробке у нас идет вот такая вот черная коробка, в ней у нас, ну, видимо, то же самое, что и в младшем брате. Да, именно так. Сверху у нас идут две наклейки 360, наклейка зеленой мухи, соответственно, бренд камеры. Гарантийный талон, инструкция и два маленьких бланка. Больше в этой коробке ничего особенного нету. Далее под коробкой у нас идет вот такой вот маленький шнур USB, micro-USB. Видимо, он же нужен для зарядки камеры, он же нужен и для подключения камеры к компьютеру. Дальше снимаем черную пластиковую панель, в которой все это дело лежало, откладываем в сторону, она не нужна. Снизу уже лежит знакомый нам ранее чехольчик 360, в который у нас убирается, видимо, провода, камера и все, что нам нужно с вами в пути. Классная штука. Ниже у нас идут парочка креплений, которые нужны для того, чтобы фиксировать камеру в разных местах. Например, как уже разобрались мы с предыдущей камерой, вот эта вот панелька нужна для того, чтобы на нее установить камеру. Она магнитная, то есть легко. Нет никаких проблем, чтобы установить эту камеру на платформу и снять, то есть никакой дополнительной фиксации не имеет. Положили, камера имеет уже питание, этим шнурком подключаем камеру к компьютеру. С помощью специального софта, соответственно, мы подключаем камеру удаленно к телефону и можем, соответственно, наблюдать за тем, что снимает камера. Можно дома установить скрыто. Следующая панель, подставка, это у нас крепление экшн-камеры. Соответственно, вот так вот мы накручиваем все это дело, фиксируем и крепим уже к механизмам, классическим креплением экшн-камер. То есть это может быть и настенное, нашлемное, куда угодно. Крепление это уже не имеет значения, такое мы уже встречали ранее. Больше в комплекте ничего нету, сама коробка пустая, в ней больше ничего нету. По сравнению с предыдущей камерой, креплений универсальных для камеры у нас немножко меньше. В той версии не 4К креплений было 4 штуки, еще было настенное, ну, на плоскость крепление липкое, намертво, которое фиксируется, и, соответственно, частично полукруглое, которое крепится на круглой поверхности, либо на шлемы, велосипедные, мотоциклетные. Ну, понятно, цель, зачем это нужно крепление. Здесь таких креплений нет, учтите это, когда будете приобретать такую камеру. Соответственно, на самой камере мы видим снизу разъем под крепление для штатива, 6 одинаковых магнитных пластин круглых для крепления камеры к такой вот универсальной плашечке. То есть у нас максимально упрощенное крепление, ничего больше не нужно. Вот смотрите, все, оно закрепилось. И все, больше здесь снизу ничего нет. Никаких разъемов питания, никаких разъемов под микрофон и наушники здесь нету и не нужны. Вот отверстие маленькое, не знаю, видно у вас красиво, это отверстие для микрофонной записи. Кнопка сама включения камеры. Нам действительно нужно ее только включить, и больше ничего не нужно. Все остальные манипуляции происходят либо с компьютера, либо с мобильного телефона, на котором установлено дополнительное программное обеспечение. Ну а посмотреть, как снимает эта камера вживую, посмотреть, каким образом подключать ее к вашему ПК или мобильному телефону, вы сможете посмотреть уже в видеообзоре этой камеры. А пока что можете посмотреть все в целом, что у нас идет в комплекте с этой камерой. Ваше мнение оставить в комментариях под этим видео, поставить нам большой палец вверх, подписаться на наш канал. Ну а с вами был Алексей, и, собственно говоря, всем пока-пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok